Его звали Геральт из Ривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Веселую ведьмачью музыку, ну не ведьмачью, а тавернскую музыку и пляски. И я рад вам сообщить, что Акуна Матата, с вами игровой канал Тимона и Пумбы. Пумба конкретно. И Налы, да. Вот так вот, забылся. Ай-яй. И мы продолжаем играть в игру Ведьмак. Играть в игру. Фу. Мы продолжаем проходить Ведьмака. Я, как ни странно, Люсика за кадром обыграл с первого раза. Почему бы и нет? Да, всегда так у меня. Кстати... Это надо. О, письмо от Шани. От Шани. Кто как переводит? Геральт, я говорил с Лютиком и узнал от него, где ты сейчас находишься. Я подумал, что хорошо бы его к тебе послать, чтобы он держался подальше от местных слуков. Еще мне хотелось бы, чтобы он привез тебе это письмо, ну и немножечко о тебе позаботился. Я за тебя, правда, очень беспокоюсь. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом с тобой. Лютик всегда был твоим верным другом. Прекрасно, просто она сопровождение мне нашла. Все, мы тут сопьемся, наебемся и прочее десятое. Прежде чем будешь читать дальше, сядь. Случилось нечто ужасное, Алюин пропал. Я уверен, что тут не обошлось без его магических дарований. Он может быть где-то около озера или реки, когда он жил со мной, он часто убегал к дамбе. Пожалуйста, найди его, где бы он ни был. Я знаю, что ты к нему привязался так же, как и я. Прекрасно. По правде говоря, мы трое почти настоящая семья. Я уверен, что когда все успокоится, ты сможешь разобраться в своих чувствах. Из тебя получился бы отличный отец для Альвина. И я уже писала, что страшно о тебе беспокоить. Это потому, что я тебя люблю и верю, что ты меня тоже любишь. И что все у нас закончится счастливо. Вот я это сказала. Хоть я и не хотела разнюниться. Я знаю, что тебе это не нравится. Что еще написать? Возвращайся как можно скорее. Возвращайтесь как можно скорее, мальчики. Я вас выждал прекрасно. Вот я прочитал. Так, давайте. С Лютиком мы там уже все поговорили, что вы могли обсудили. Геральт, здорово. Мне с тобой надо поговорить об Альвине. Я хочу поговорить об Альвине. Ему нужен опекун, сведущий в магии. Ни я, ни моя будущая супруга не подходим на эту роль. Ясно. Ты мог бы сделать из него ведьмака? Ты дурак? Ты сам не понимаешь, что ты только что сказал. Но какое-то время я за ним присмотрю. Геральт? Ты тебя же можешь что-нибудь... У него можно продать книги. Слушай, ты прям... Я так долго искал человека, которого можно продать книги. Или я просто забыл, что тебе можно продать книги. Ну ладно, неважно. Короче, спасибо тебе, мужик. Лютик, отойди нахрен. Трактирщик. Трактирщик. Все, пошел я, короче. Короче, мне надо теперь дойти до... Да что-то мне там много до кого дойти надо. А, сдать квест на Альпах. Сдать квест на... Сдать кольцо, отдать кольцо. Короче, много всякой фигни у меня. Все, погнали. Горит там. Так, ладно, перед тем, как мы пойдем в деревню, пособираем опять берберк. Ух ты. Я, кстати, не был. Еще там надо зайти. Переступень. Дверь дома знахарки. Зайдем к знахарке. Познакомимся. Поближе. Ладно, знахарка, здорово. Хижница травника. Хижина травника. Я надеюсь, тут не мужик, а то, знаете, знахарка и бац, мужик. Абигайл? Абигайл? Что? Серьезно? Ха! Абигайл, здорово! Ты меня помнишь? Ну, да, вряд ли она меня не помнит. О, погоди, корзина. Погоди, я сейчас все у тебя тут... Нифига, вот это встреча. Ты меня преследуешь, что ли? Приветствую тебя снова, Геральт. Угу. Приветствую тебя, Абигайл. Итак, ты нашла как? Себе новый дом. Меня приняли с распростертыми объятиями. Их знахарка умерла прошлой зимой.
Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет. Да не надо, все, харе. После последнего твоего секрета там все сдохли. Я разработала особую мазь по запискам старой знахарки. От нее шерсть их коровы начинает блестеть. Ха-ха, шутка. Понятно. На самом деле я изменилась. Но я надеюсь. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Да, конечно, соскучился. Тут одним кольцо подай, другим еще чего-нибудь. А меня никто не хочет. Капец какой-то. Почему ты не живешь в деревне? А давай, ты повесил объявление сначала. Я повесила это объявление. Про зубы Яги? Мне нужно 10 зубов для приворотного зелья. Тогда я пошел охотиться на Ягу. Жду тебя с нетерпением. Стоп, погоди, стоп, мы не договорились. Алло, какого хрена тут всегда так... Да, говори со мной. А ей нормально, она рядом с таверной живет, в принципе, это хорошо. Чего ты хочешь? Чего ты нервничаешь? Да, почему ты не в живере лишь двери? Ведьмы живут вне деревни, всегда так было. Нужно с этим смириться. Абигайл, помнишь пещеру? Геральт, кто старое помянет? О, красивый кадр. Чего ты у тебя есть? Продать я тебе чего-нибудь могу? Нет, продать не могу. И купить, собственно говоря, мне у тебя тоже нечего, кроме всякого спиртного. Но я к тебе потом подойду. Спиртного? Чего-чего? Спиртного у меня до хрена. Ух ты. Прости, я у тебя, короче, кремень забрал. У тебя там факел есть, тебе нахрен кремень не сдался. Кстати, я тут сижу под одеялком, потому что холодно. Прохладно, серьезно. Поэтому садитесь тоже под одеялко. Ложитесь. Делайте, что хотите вообще с одеялком, я не знаю. Извращенцы. Так чего, давай, толкни, господи. Ты так его толкаешь, что дерево, так я не знаю, как будто... Переступень, переступень, берег левый, берег правый. Что за хрень сейчас пою я? О, здравствуйте, мистеры вертолеты. Я вам рад. Я серьезно, вот до сих пор не представляю, из чего у них крылья. Потому что вот даже когда пролетает реактивный самолет, а у нас они были, они такие звуки сильные не издавали. Я боюсь представить, серьезно, на чем они, на каком масле, на каком двигателе у них этот крылья. И жопа намазана. Так, соберемся. Меня, конечно, так гложет то, что я не покупаю всякие... О, кстати, смотрите, как мало народу. Ночью ходит только пастушка, пастец. Пастушка, пастец, корова и кузнец. О, все, драться можно. Ночь настала. Адам, угу, здорово. Иди нахрен. Я с тобой говорить не хочу. Я солтыс, мне солтыс. Сначала я все соберу тогда, пока тут никого нету. Кстати, очень удобно. Сейчас мне прям никто не мешает. Сейчас мне прям никто не мешает. Ох ты, как хорошо-то. Серьезно, вы видите это? Мне... Дождь, ладно. Будет? Дождь? Может будет, может нет. Я тебе... Не знахарка? Ты с этими вещами к знахарке? Давай-ка. Нас ждет голодный год. Где? Где? Где голодный год нас ждет? Голодный кот нас ждет, блин. Его покормить надо. Да? Да, здорово. Чего тебе надо? Тебе надо купить у меня всякой фигни. Я помню, что ты у нас тут покупщик еще тот. Он этот, скажите, очень странный человек. Он вроде бы этот кузнец, а вроде и покупает рыбу. Я не знаю, может он из рыбы кует, конечно. Рыбные доспехи? А чё бы нет-то? Знаете, тот самый случай, когда ты убиваешь врага не мечом, а запахом. Ну а чё? Всякие эксперименты нужны. Он молодец, взялся за это дело. Чё, тут ничего нельзя купить? Ну и все, пошел ты нахрен. Так, там дверь, там берберг. Так, я помню, что здесь где-то был... Где-то здесь был... вот это... Да, пекарь. Сначала заскочим к пекарю. Дадим ему... Чё там мы дадим-то ему? Ничего нет? О, буфет, погоди. О, а, ну это я, наверное, в прошлый раз не дособирал, там у меня места не было. Чем могу служить? Я тебе принес фигню. Разделим. На. Белый мед? Невероятно! Теперь я могу попробовать свой тайный рецепт. Что за рецепт? Можно я? Бери куколку и уходи, пока я не передумал. В смысле куколку? Сахарную куколку? Ты чё, прикалывайся, пекарь? Я не должен.
тебе сахарную куколку. Так, ну бери весло нахрен. Так, бери весло, сейчас мы ему пригребем, а? Сейчас он меня гребет, блин. Он мне дал сахар за то, что я ему впарил белый мед, который снимает все дефекты с человека любого, ну, с Ведьмака в основном. Но это не важно, он же не в курсе это. Он мне дал куколку! Ты чё? Ополоумел там, Давай возьмем топор, короче. Вот тут топор есть, вон, секира. Берем секиру, нахрен ему, короче, между куда-нибудь и все. Вообще. Короче, это Адам. Стоп. А где это-то? А, во, Алина. Пошлите к Алине. Мы там ей что-то должны сообщить про Юлиана и... А почему днем? Хижина сейчас была изображена как будто бы день. А ни хрена ведь не день. Так, стоп. Я сейчас не вкуриваю. Другую вещь. Где нахрен Арвин? Я вижу факел перед башкой. Алина, здорово. Зачем ты искал меня, ведьмак? Разбудить хотел. Я видел Юлиана и Селину вместе, но тебе нечего опасаться. Селина из шкуры вон лезла, чтобы привлечь его внимание, но Юлиана она, похоже, совсем не интересует. Селина иногда может быть совершенно несносной. Ну да. Просто ей давно пора замуж. А Юлиан, он меня любит, и никакая ссора этого не изменит. Ну, это я хорошо. Хотела убедиться, что с моим дорогим Юлианом ничего не случилось. Но не хотела, чтобы он подумал, что я переживаю. Да все нормально. Спасибо, ведьмак. Да не за что. Эх, женщины. Смысл? Погоди там. Так, чу-чу-па-ча-ча. А-а-а. Хрена она переместилась, или это я переместился? Мы с тобой не договорили. Зачем ты? Я ищу Алина. Где он? Мальчишка, как ртуть. Он повсюду. Как ртуть? Если его прекрасно. Нет в деревне, если ртуть повсюду, это плохо. Возле берега реки. Альвину там нравится. Возле берега реки? Спасибо. Ночью? Возле берега реки? Слышь, женщина с деревянными ботинками там вон справа было, перемотайте буквально несколько секунд назад. Пиноккио хренов, какого хрена ты отпустила его ночью к реке? Там же эти. Там чудеса, там жопа ходит. И жопа где-нибудь блестит. Так, короче, давайте пойдем. Перед тем, как сдавать квест... Ой, стоп, погоди. Кузнец. Да? Здорово. Да? Рова. На эти. Вот прикинь, я добыл сахарную куколку, я с ней расстаюсь, как от живого отрываю. Так что береги ее. Не ешь ни в коем случае. Смазывай сахаром, сахарком. Там, посыпай сахарным песком. Заботься о ней. Как бы ты заботился о чем-нибудь там другом, я не знаю. О чем-нибудь. Так, ну, все, наверное, да? Это... Ну, да, хватит уже. Пойдем сначала к этой дурынде. Селине. Займемся делом. А потом по берегу... Да почему день-то? Ну, ладно. А, что? Топис? Здорово. Ты чего над ней сидишь-то, Алё? Ну, я понимаю, что она твоя дочь. Ах, да, объявление. Что у тебя ко мне? На, опять зубов, зубов альпов. Альпов. Как и было сказано в объявлении. Господи, ну и страшилище. Кто, я или зубы? Вот твое золото, монстробой. Спасибо. Отлично. Да? Привет. У меня есть для тебя кольцо. У меня есть для тебя кольцо. Покажи. Оно красивее, чем Оленина? Ну, я надеюсь. Где ты нашел эту ерунду? В смысле? У старого нищего? Или на ярмарке в день Святого Григория? Ладно уж, я этой Алине покажу, что я могу заполучить любого мужчину. Но... Заткнись и поцелуй меня. Ладно. Нифига себе, бойкая баба. Такое откажи, так потом нахрен Что это за черти там? Нифига себе, кто там такие? Это, кстати, наверное, она сам... По карте, так она вроде самая симпатичная из тех, что была. Ну вот, серьезно, бляха, муха, задел, блин. Ладно, по-моему, самая симпатичная из тех, что была. Чего мне осталось-то? О, бочка! Ай, ты долбаная бочка, блин, пошла в жопу бочка. Ты меня не обманешь.
туда просто пробраться к ней нельзя, и она меня дурит. Поэтому нет, я к ней не пойду. Корова медалистка, корова. Я с тобой говорить больше не буду. Я, наверное, пойду за Альвином. Посмотрю, где этот Альвин. О, здорово, персонажа. Так, ладно. Абигейл. Адам. Адда. Давайте почитаем. Азарьевет. Бла-бла-бла. Алина. Альвин. Беренгар. Вампирша. Васка. Велерат. Весемир. Там, я не знаю, Витала. Или не летала вообще. Мейс. Геральт. Это я. Вивальди. Горожане. Деклан Ливуарден. Мы с горожанами спим. Прекрасные взряды. Сигфрид. Солтан. Калькштейн. Кармен. Король Дикой Охоты. Куртизанки. Ламберт. Лео. Лютик. Микула. Могила. Ода. Преподобный. Проститутки. Профессор. Раймонд Марлоу. Рита. Родерик Девет. Селина, синеглазая, Таллер, Трис Мэри Гольд, Фольтест, Карен Брок, Шани. Эскель, Юс, Яевин. Ну вот так, места. Ну, берег, короче. Поля. Таверна в темноводе, эльфийская пещера. Ого. Монстры. Ну, монстры, наверное, к новых не прибавилось. А, нет. Черепоглав. Пошел-ка ты нахрен. Чё-то я с тобой пересекаться. О, масло от орнитозавров. Росомаха. Ярость кикиморы. Прекрасно. Ингредиенты. Ну, тут-то новые прибавились. Нет. Нет, не прибавилось. Глоссарий. А, покер. А, ну я молодец. Покер, я все. Все. Так, давайте найдем Альвина. Показать. Все побежали, побежали. Слышь, ты куда, кузнец? Ну, а я тут причем, я скормилец, что ли, ваш? А, нас ждет голодный год. Нифига себе, какая речка чистая, в ней плавать вообще одно удовольствие. Сказал я так, будто я сейчас по ней поплавать могу. Я бы хотел в ней поплавать, конечно. Ага. Геноцидные. Геноциды. Геоницы, геноцид. Гульчатый мир, переступник. Как можно было отпустить парня ночью к реке? Я, конечно, понимаю, что. Да я не понимаю! Когда тут столько тварей водится. Вон он. О, там утопцы. Вон утопцы, вон Альвин. Он что, их контролирует, что ли? Ах ты. Ах ты. Ах ты злобный. Ах ты. Кто ты? Может, он реально какую-то силу имеет? Собака Альвина? Где он нарыл нахрен собаку? Ой, не то. Ой, не то. Что? Откуда она? Она вылупилась из Альвина. Значит, она же... Фу! Слышь, прикройся, Альвин, заведи сиськи, блин. Ему еще рано. Я думал, ты сильнее. Ты что тут делаешь? Ягу заказывал? Геральт, ты спас меня. Я ужасно испугался. Я бы тоже такое увидел, ужасно бы испугался. Я и так испугался. Я знаю. Почему ты играешь у реки? Я нашел раненую собачку. Ага. Шани сказала, что мы должны помогать тем, кто попал в беду. Что мне тогда в голову пришло? Пушишки? Может, кто? Будем жить вместе? Ну и переводчик. По крайней мере, я хоть предложение не сделал. Шани заслуживает нормального мужа, который будет о ней заботиться, а не бродить по свету, рискуя головой за гроши. Красивая картинка, кстати. Я не имею права ставить ее и Альвина в такое положение. Я ведьмак. Хотя временами я жалею и тоскую. Прикольно. Прикольное изображение. Блин, как красиво. Слышь, Алин, стой, не убегай, пожалуйста. У меня есть для тебя подарок. Нравится этот двемеритовый амулет? Это реклама. Ожерелье для девчонок. Да ни хрена. Этот амулет магический.
Он прекратит твои ночные кошмары. Я тоже ношу такой амулет. Да, вон, видишь, через меня проходит трава. Здорово. Ты хочешь жить с Алиной и Юлианом? Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она что? Просит меня. Это просто сны, Алина. Не обращай на них внимания. Ведьмак, а ты не хотел бы жить с обычными людьми? О, господи, ты чего? Ведьмаков создали для того, чтобы защищать таких людей. Простых, беззащитных, обычных. Альвин, надень ожерелье. Тхойна, посмотри мне в глаза и узри свою смерть. Я не обязан с тобой разговаривать. Я не обязан тебя слушать. Ты же даже не человек. Альвин. Теперь ты понимаешь? Ты видишь необходимость действия любой ценой? Геральт, открой глаза, пойми. Ты чего? Надеюсь, у тебя 10 зубов? Нет. Да? Как ты вообще в темноводье попал? Я играл с Шани, и вдруг в дом вошли какие-то люди. Один из них был в очках и говорил странные слова. А, понятно. Я ничего не понял. Что было дальше? Шани страшно кричала. И тогда тот в очках сказал, что он ей покажет, что значит настоящий мужчина. А то она предпочитает урода. Шани ответила ему очень грубо. И ударил его в... Понятно. Я догадываюсь, куда. Они ей ничего не сделали. Нет, тот в очках заплакал. Остальные боялись подойти к Шани, которая называла их плохими словами. Шани умеет постоять за себя. Я побежал, а они погнались за мной. Я очень быстро бежал, а потом споткнулся. И они меня схватили. Они меня увели куда-то и надели мешок на голову. Я испугался даже больше, чем в предместье. Я закрыл глаза и представил, что я далеко-далеко от этих людей. Там красиво, и солнце светит. А-а-а. А потом Алина меня нашла. Я не вру, клянусь. Да понятно. Я верю тебе. Я не хочу туда возвращаться, Геральт. Снова будут меня обижать. Пусть Шани приедет. Ладно. Все в порядке, давай посмотрим. Я буду хорошо себя вести, обещаю. А, давай. Альвин, я хочу, чтобы ты перестал играть в убейка эльфа. Геральт, ну пожалуйста. Мне эта игра нравится. Я всегда побеждаю. Ну, почти всегда. Вот именно, Альвин. Да. Ладно, я больше не буду. Все. Молодец. Воспитанием-то кто твоим будет заниматься? Давай иди аккуратно там, алло. Так, Берберг. Геноцидия. Япона, что? Ты кто такая? Блять! А, здорово, вот как выглядит скалопендрамон. Етить тебя вколотить, скалопендроморф, а? Жуткий. Жуткое. Существо. Слушайте, давайте на этом закончим. На скалопендроморфе. И увидимся в следующей серии. Напоминаю, с вами был Пумба, игровой канал Тимона Пумбайнал. Надеюсь, вам нравится. Мне, да, мне офигенно нравится, потому что тут Баба Яга появилась. Сейчас Кощей Бессмертный вылезет. Скалопендроморфы тут всякие, блин, знаете. Я, конечно, не ругаюсь, но... Мне кажется, Шани именно такими словами их и называла. Скалопендроморф. А тут такие картиночки, кстати, веселые, красивые. По поводу нашей семьи Шани и все дела. Ну, видите, не получится Шани у нас семьи. Геральт против этого. Хотя я на самом деле не знаю. Шани, в принципе, неплохой человек и неплохая дело. Ну ладно, черт с ним. Все, что я размышляю. До новых встреч на канале. С вами Бумба, игрок на Тимона Пумбайнал. Увидимся в следующих сериях. И когда-нибудь в других обзорах все-таки, да? Пока.